Всем добрый день! Сегодня получила долгожданную посылку из Китая. Немного она задержалась в пути, но все равно пришла в целости и сохранности. Сейчас распечатаем. Распечатаем и рассмотрим. Это с Алиэкспресс. Вот, видите, упаковочка какая добротная. Ничего там не побьется. Очень добротная упаковка. А, открывается. Коробочка там достать надо. Распечатала, вот. Упаковано здесь в коробочке. Это патчи для глаз. Наши девочки любят покрасить реснички, глазки, все. Ну и надо кожу вокруг глаз увлажнять, распрямлять морщинки, отбеливать кожу. То сюда входит коллаген, также входит гиалуроновая кислота. Ну все очень в описании, я оставлю ссылку на этот продукт, в описании. Все описано, что входит. Очень достойная маска. 80 штук этих патчей. Так что вскрывать я не буду. Это подарок. Так и вручу. А вам все оставлю, где посмотреть, сколько стоит. Так что, девушки, можете заказывать и питать кожу вокруг глазок, чтобы они не страдали у вас. Потому что косметикой пользуетесь, то надо восстанавливать кожу вокруг глаз. А это страничка с Алиэкспресс. Вот состав очень богатый этих патчей. Это так они выглядят. Вот тоже цена, тут все есть. Так что удачных покупок на Алиэкспресс. Оставлю ссылку, еще много других ссылок я покупала товары. Это все, что я покупала. И на каждую ссылку есть видео. Вот еще одна пришла посылочка с Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. Я вам скажу, что я даже уже не ищу трек-коды, чтобы отслеживать посылки. Уверена, что придут. Две помады заказала. Я ими пользовалась, этими помадами. Они мне нравятся. Вот эта помада. Вот. Вот такой цвет я всегда для съемок использую. Качество мне нравится, поэтому я и заказала. Не такая помада, как глина или еще что-то, 20 номер. Очень хорошая. Вот. И вторая. Такой цвет розовый, приятный. Я люблю такой цвет. Попробовала на губах, очень приятный цвет. С удовольствием буду носить, но качество хорошее. Хоть цена небольшая на эти помады, но очень хорошее качество, я вам говорю. За всю жизнь я перепробовала масса помад. Так что имейте в виду, ссылки оставлю под видео на эти помады. И на патчи будут ссылки под видео. Заходите, выбирайте, что вам нравится. Резкого запаха нет такого, знаете, неприятного. Фруктового или что-то такое нету. Все нормально. Заходите на мой канал. Нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Всего вам самого доброго.